Для жителей городского округа Люберцы стали доступны бесплатные звонки по короткому номеру в единую диспетчерскую службу ЖКХ. Этот способ позволит жителям в любое удобное время, вне зависимости от баланса средств на мобильном телефоне, обратиться с заявкой по вопросам ЖКХ. Об этом накануне на еженедельном оперативном совещании сообщил Александр Проворов, заместитель главы городского округа Люберцы. Запущен пилотный проект короткого номера, который звездочкой 5105. Звонок для жителей городского округа бесплатный со всеми операторами. Существует единая диспетчерская служба городского округа Люберцы. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Мы будем рады помочь вам. Позвонив по этому номеру, вы получите подробную консультацию по любым вопросам ЖКХ. Например, о плановых и аварийных отключениях, датах начала отопительного периода и нюансах заполнения квитанции. Каждое обращение фиксируется в специальной программе. Это позволяет обеспечить контроль за его исполнением. Кроме того, с жителем, обратившимся в службу, таким образом поддерживается обратная связь. Добавлю, что в настоящее время единая диспетчерская служба городского округа обслуживает более 60% жилого фонда округа. За последнюю неделю ее операторы приняли и обработали свыше 16 тысяч обращений жителей. Большинство из них касались начала отопительного периода. Мария Лапчева, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.